кава належить до тих напоїв, які люблять і п'ють мало не щодня. Хтось обмежується однією чашкою, а для когось кава перетворюється на наркотик, без якого людина не може нічого робити. Чи шкідливо це чи ні, зараз запитаємо у пересічних городян нашого міста. Кофе, звісно, полезен, але все має бути в міру. В якійсь мірі полезен, якщо багато, вреден. Тот, хто вже підсів на кофе, тяжело з нього. От этой привычки избавиться. Кофе вреден или полезен? Кофе? Да. Вредно, конечно. А мнения разошлись. Скажите, вы тут мнение, что кофе как наркотик. Кто с ним согласен из вас двоих? Ну, я думаю, что... Ну, возможно, да. Оно вызывает привыкание. У меня вот родители вообще уже не могут без кофе. Постоянно кофе, кофе, кофе. Многие ученые сейчас доказали, что кофе даже очень полезно. Скажите, а вот будут мнения, что кофе как наркотик. Вы с ним согласны или все-таки же у вас на этот счет другое мнение? Вы знаете, из моей, так как я из Кавказа, нас на Кавказе все по утрам пьют кофе. Ну, как наркотик все-таки есть что-то такое, да. Скорее всего, зависимость. Я чай пью там или соки, например, кофе я не пью. Кофе вредный или полезен? Полезен. Только полезен. Бытует мнение, что все-таки он как-то... Относиться к наркотичним веществам. Так говорять тільки глупці. Думки городян на рахунок користі кави розділились. А що на це скаже кавовий експерт? В кофе содержится достаточно вредно для организма смола бензопирена. И ее количество колеблется от степени обжарки кофе. Соответственно, чем менее обжарен кофе, тем более он полезен для организма. Многие врачи утверждают, что кофеин – это наркотик, который вызывает серьезную психологическую и физиологическую зависимость. Другие утверждают, что это мнение не более справедливо, чем для шоколада. И кофе, и шоколад повышают в организме выработку гормона серотонина, который влияет на хорошее самочувствие и прекрасное настроение человека. Однако к наркотическим веществам ни кофе, ни шоколад отнести нельзя. Сразу. І ніякої наркотичної залежності я не відчуваю. Тільки радість і позитив. О, вже бодрить. В принципі, мені достатньо дві кави випити протягом дня. Кафе фієдн. Суєде ярезцайт. Суміїдн. Так, суєде тагезцайт. Іс гезунд und hält munter. Що в переводі? Угу. Кафе. Кофе и всегда очень хороший для здоровья и делает человека таким уж. Пити каву чи не пити – особиста справа кожного. Проте популярність цього напою безмежна. І знаходити користь чи шкоду в цій смакоті залежить від нас самих.